Скажу свой собственный результат. У меня очень высокие были SAM 125, но женщины, я думаю, что знают, что это такое. Не знаете? Нет. Это мы здоровые. Ну, иногда она у здоровых бывает по каким-то. Это повышенный рост раковых клеток по женским органам. И у нас по наследству это было. И вот у меня после стресса это тоже все возникло. И когда я принимала Витагерманий, но я тогда принимала его вообще неосознанно, я об этом не думала. Я просто принимала его, потому что череда инсультов была, и нужно было, чтобы клетки мозга работали, не старелись. И когда через 6 месяцев приехала сдавать анализ, SA-125, запомните этот анализ, периодически нужно его сдавать, он стоит 150 рублей, поэтому диагностику приезжайте, записали, сдали и смотрели, все хорошо, и дальше живем, радуемся. И врач мне говорит: удивительно, мы столько времени не могли убрать, а у вас очень хороший анализ. Что вы пили? Я говорю: я вот, собственно, ничего не пила, как и раньше, то, что говорили. Правда, медицинских препаратов не пила ни одного, только своими продуктами. И потом, когда мы ехали домой, у меня прям как огнем обдало: Господи, это же Витагерманий, он тогда только у нас вышел. Так это же Витагерманий сработал, вот так вот. То есть вот такие вот шикарные результаты, вот такой шикарный продукт. Пока он есть сейчас на полках, разбирайте, делайте запасы его.